Всем привет! Сегодня тренировка будет проходить в Лизее, которая на Вавилово. Ну вот, где атмосфера дома. Сегодня у нас морозно, минус 20. Надеемся на тренировку, что пройдет хорошо. Александр, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот подписчикам, почему именно в ваш зал нужно приходить? Какие плюсы есть в вашем зале? Здравствуйте. По данному случаю я могу пояснить, что в нашем зале присутствуют все виды тренажеров, которые возможны только, да? Это как и блочные тренажеры для изолированных упражнений, также и свободные веса. Это большое количество стоек под присед, жимовых лавочек, всех возможных хаммеров для проработки мышц как и груди, так и спины. В данном случае в нашем зале присутствует еще такая установка интересная, как мультистанция, в которой можно развивать всевозможные качества нашего тела, так сказать. Я так понял, функционального тренинга, да? Да, конечно, это скорость, выносливость, силовые показатели. Что еще здесь? Ну а количество тренеров у вас много в вашем зале? В нашем спортзале имеется 11 вообще профессиональных инструкторов, также отдельные инструкторы на данной мультистанции. Все у нас инструктора сертифицированы, прошли не одну подготовку, не одно обучение и вывели ни одного спортсмена, так сказать, на такой достаточно хороший уровень. То есть, также опять в нашем зале очень неплохая ценовая политика, то есть в соответствии с другими залами, если есть с чем сравнивать. Поэтому я рекомендую просто приходить к нам и посмотреть, и я думаю, вы не будете расстроены. Все, спасибо. Пожалуйста. Для начала сделаем разминку, покрутим все суставы рук и ног. Познакомьтесь с моим напарником Юрий. Больше заинтересует.
Thank you.
Ходили недавно на столбы с другом. И наверху на площадке увидели девушку лет 15, которая подтягивается. Подошли к ней и спросили. Спросили, чем ты занимаешься? Да. И удивительно было. Девочка спрашивает, сколько ты подтягиваешь? 18 раз. 15 лет. Мне вообще было это, конечно, такие сюжеты, мотивашки для мотивашки, да, для нашего поколения, а не то, что там кто сколько у нас выпил, кто сколько денег потратил в каких-то барах. Интересно? Thank you.
Ну что, расскажу про зал Колизей. Зал хороший. Да, есть все. И функциональный тренинг можно проводить. И грушу можно поколотить. Железяки потаскать. В общем, все можно. Я не рекламирую этот зал. Просто я буду тренироваться в разных залах. Разного вида тренинга. Поэтому, ну, советую, да, кто близко живет, советую всем в этот зал ходить. Тем более ценовая политика отличается от всех залов. Да, всем спасибо за обзор. Всем до свидания.